Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Микробинар. Это, друзья, у нас новинка. И вход сюда составляет всего лишь от 1 рубля. Проект супер. Денежки в кабинете не задерживаются. Они идут сразу на кошелек поступать. Здесь только отображается как бы статистика. Всего я заработала 455 рублей. На данный момент у меня 31 активный реферал. И мне многие пишут под видео, что, мол, нет переливов. Уважаемые друзья, партнеры, вот это вот мое первое видео я писала. Я еще сюда никого не приглашала. Вот это вот идут переливы. У меня нет еще ни рефералов, никого. Вот как это назвать? Будьте добры, просмотрите видео и убедитесь, что здесь вот это вот, это не мои люди. У меня здесь еще нет, как бы я не рекламировала. И вот идут переливы. Переливы есть, все замечательно. Значит, закрывается микробинар. Это я пошла уже на реинвест. У меня закрылся микробинар. И сразу автоматом становится... Мы идем как бы на реинвест, по новой. Вот так по кругу мы и зарабатываем. Это мой первый микробинар. Вот он мне закрылся. Далее второй. Опять же таки, я пошла на реинвест. И люди как бы становятся. Третий. Опять же таки, вот сюда встанет мне 5 человек, у меня закроется микробинар. Денежка капнет сразу на кошелек. А в кабинете отобразится одна статистика. Четвертый. Здесь 4 человека осталось. Пятый. Опять же таки, я пошла на реинвест. У меня куплен уже 6-й, я прикупила. Вот. Также идут переливы. Ну и партнеры меня покупают. И 7-й микробинар также у меня начало закрываться. Давайте перейдем к операции. И вот здесь вся статистика. Это я начала, когда я писала первое видео, пополнила сразу, я прикупила 5 микробинаров. И вот у меня выплата 2 микробинар. Потом вот это я пополняла в режиме онлайн, вот в этом видео. Далее у меня закрылся 3-й, потом 4-й, 1-й, закрылся 5-й. 112 рублей мне капнуло сразу на кошелек, после чего я активировала 7-й микробинар. И опять же, вот мне пошли тут выплаты. Выплата 2 микробинар, 1, 4, 3, 2, 5. Это все я после каждой выплаты я иду на реинвест по новой. И вот у меня закрылся 8-11 1 микробинар. Все денежки мне поступают на кошелек. Вот здесь я начала пополняться 6 числа. И вот мне пошли первые выплаты, если мы кликнем. Выплата 2 микробинар. Далее. Здесь это я покупала 6. Я купила. И опять мне пошли вот все на кошелек. В кабинете ничего не задерживается. Так. 4 микробинар. Так, 4 здесь. 1. Не запутаться. Это у меня. Это не то. Так, вот у меня выплата 5 микробинар. Такие вот у меня результаты, друзья. Это я вот еще прикупила. Так, запуталась. Так, это 2 микробинар. 1. Все денежки поступают 4 на кошелек.
Все автоматически. Третий. Второй. Опять. Это уже пятый микробинар. И вот у меня первый микробинар закрылся. Это у меня было 8 числа. А время у нас... Ну, уже позднее, 22:56. Так что все работает, переливы идут. Я вам показала вот в этом видео, можете посмотреть. И нечего мне писать, что нет переливов. У всех есть. Я общалась с партнерами, которые у меня есть во ВКонтакте. И у всех есть переливы, все довольны. Вот. Так что все замечательно. Проект суперский. Я очень проектом довольна. Ну, потом я уже буду активировать 8 уже за 128. Пока я на 7 побуду. Вот. Кому интересно, присоединяемся. От 1 рубля. Приглашайте, друзья. От 1 рубля, я думаю, в проект можно пригласить. Выложите ссылочку ВКонтакте хотя бы. Если не умеете приглашать. У меня весь контакт, одни ссылочки. Нужно... Я вообще не понимаю, как без приглашений работать. Какой бы ни был проект, везде надо приглашать. Вот у меня микробинар, запись закреплена. Пожалуйста. Вот мне тут пишут, тут мой спонсор, что супер проект, присоединяйтесь к нашей дружной команде. Вот это у меня уже как бы комментарий. У меня везде одни ссылочки. У меня любой человек может зайти на страничку. У меня страница открыта. И посмотреть. Если ему понравится моя страничка, он добавляется ко мне в друзья, регистрируется, естественно, есть вопросы задает, и как бы все замечательно. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Я вам показала свои результаты. Проектом я очень довольна. Всем удачи, всем здоровья, всем пока.